Районный конкурс хоровых коллективов 4 учреждений дополнительного образования прошел в феврале, как отборочный тур для участия в областном хоровом конкурсе в городе Магнитогорске. Среди 6 коллективов района воспитанники хора средних классов Межозерной детской школы искусств успешно выступили на сцене консерватории. 11 марта в камерном зале Магнитогорской государственной консерватории имени Глинки состоялся очередной региональный конкурс ансамблевого музицирования «7И». Межозерную детскую школу искусств на этом проекте представляли 2 фортепианных ансамбля. Это юные пианистки Лилия Сагадатова и Варя Мухаммед Рахимова, Марина Глушко и Эрика Ихсанова. Класс преподавателей Майданкиной Тамары Александровны, Белюновой Натальи Юрьевны. Девочки с большим успехом продемонстрировали свое мастерство и стали лауреатами первой и второй степени. Также порадовали успешным и ярким выступлением на областном конкурсе исполнителей на народных инструментах в городе Челябинске, учащиеся группы раннего эстетического развития Межозерной ДШИ, ансамбль «Лошкари», «Чудо-ложки», руководитель Данильченко Ксения Михайловна, концертмейстер Булавинцева Ольга Николаевна. С 15 по 18 марта на базе ДШИ номер 6 города Магнитогорска проходил 4-й международный фестиваль-конкурс «Баховская весна». Впервые на этом конкурсе выступил гитарист 4 класса Верхнеуральской детской школы искусств Даниил Феоктистов. В номинации «Инструмент исполнительство «Народные инструменты» он стал дипломантом.